Какая блестящая словесная почкотня. Речи мои представляют собой одну не почкотню, как вы изволите выражаться в присутствии публики, а вереницу прочно упакованных силлогизмов, в котором позавидовал бы сам Аристотель. К тому же у меня есть доказательства, месье. Доказательства какие? Музыка. Тебе того же, сын мой. Простите мне мое любопытство. Святой отец, вы откуда взялись? И как проповедовать Слово Божие собираетесь? Истинно глаголишь, сын мой. Я имею намерение просить Бога ниспослать благодать на этот город и на души неразумных еретиков в этом городе. Под благою тел в рай меня. Испания. С одним итальянцем. Ой, как же его звали? Он еще песню сочинил такую: «К тебе, Мария, все дороги земные». А, так это же Тото Кутуни. Точно, Тото Кутуни. Слушай, я все-таки попробую спеть, а ты мне подыграй, ладно? Вам, мессир, я подыграю с превеликим удовольствием. Тональность? Ля минор. Я так и думаю. Моя гитара ему тихо вторит. Это песня моя. Еще в отставку на штаб не вышел, но Голливуд снится рядом, пиши. Thank you.
простите мне дерзость мою, о Библии я вам спою. Но чтоб не твердили библейские были, я лично не верю в раю. Давид был бессилен и мал, но в битвах он толк понимал. Прощай, Голиаф, свалил как жирафа, и даже прощи не сломал. Так и кажется, что запах духов буквально разлит в воздухе. У меня нет никакой кисти. Ах ты! Ты дашь кисть или нет? Разрешите подумать. Ладно, отдам. Но только потому, что не могу работать в атмосфере травли. Со стороны завистников. Настоящая красота бессмертна.